нас только что помяли, это ж вообще было, я никогда не испытывал такого массажа. И локтями, и руки заламывали, и что-то вдоль позвонка, и туда, и сюда, и за голову, и за спину, в общем, все было. Это было незабываемо. Посмотрите на Вачук сейчас, как бьет он. Вот так вот. Сейчас я буду пилить ногти. Вот эта женщина просто супер. Так. Вайчук пристают. Старую нут там. Посадите. Ты посмотри, какой он довольный. А, ты же не можешь увидеть. Он очень довольный. Опа. Нам начинают какими-то там лезвиями. Да, это рапитовые ножи. Это рапитовые ножи, мега круто заточенные. И они обрезают нам устаревшую шкуру. В общем, будут делать... Пилинг или как это называется? Это? В каком-то смысле? Это мои... Как это? Не собратья, как же назвать? В общем, люди, которые очень близко к ногам, так же как и я. Я чиню обувь. Они чинят мои ноги. Боженька все видит. Это вот за то, что я многим людям помог починить обувь. И совсем не задорого. И здесь получается то же самое. За 30 юаней нам тут сделали и массаж, и, в общем, шкуру всякую там сдирать. Я не знаю, что еще там будет, но пока она мне пятки чухает. Напоминаю, очень, очень сильно наточенный рапитовый нож.